Скриптонит. Осенняя пора. Ой, начинается опять вот это. Бормотание. Сыли почти все альбомы дома. Сули полютупники через годы. Хочу жить, ибо такие они счеты. Это север, дети растут, пока ты крутишься. А 4 часа всю неделю. Город клет, не забудешься. На дом карту на полном право. Вот Биг Бобби Тейп хвалил сейчас, шорт смотрел. Хвалил Скриптонит, это большой музыкант. Потом кто-то на реакции, Скриптонит, отец на месте, отец вернулся. Почему, написано там, видос там, почему Скриптонит отец? И типа там, ведет там рассказ там о том, о Скриптоните, там, обосновывает, почему он отец. Мне, например, не нравится, вот когда, что-то даже, ну там чистый, плюс-минус там, такой вот, ну, какой-то свой стилек, все там, еще что-то было. А так вот, вот это я не люблю, вот это вот скрежетание, вот. Что такое, по мозгам бьет, что это за голос, что за подача такая, что это такое. И главное, Биг Бобби Тейп, у которого вообще мозгов нет, вот просто вот, ну, придурок, вот чистой воды, вот, от, вот это вот, отбитый что-то, ну, как бы, ну, дурачок такой, короче, все равно. И схлобалит его. А если, короче, человек более-менее адекватный, он, блин, будет Мияги слушать, Мияги и Энди Панда, будет такой музыкой. Просто они как бы немножко побочные, потому что это все равно как бы люди, которые там, ну не знаю я, более, они уже взрослые, там далеко за тридцатник всем, что Скрип, что Миягам, что как бы люди серьезные, и все такие южане, как бы это осетины, это казахи. Они все равно, у них в одном направлении как бы мозги работают, и в принципе одни стили плюс-минус нравятся. И они делают столь разные, да, музыка талантливая, симпатичная, крутая, легендарная и красивая очень. Ну просто, ну это шедевр. То, что делают Мияги вообще, Хаджиме, Мияги и еще другие ребята. Ну конечно, главный напарник по дуэту Эндшпиль и вот эти Мав Ди сейчас, другие друзья. Ну это же дичь какая-то, вот это что-то за дичь вообще. Эксклюзивный контент, я дашенька. И ты заводы, что с бумажечку. И ты районы, и ты короче либо двора. Андроам Армич. На парах, уже бежать и двора. Тут голос хоть поприятнее звучит. Но что это все равно это за шарманка? Ну, ни, мелодии нет никакой. Хаотичный вот это вот, ну, как бы оно есть, да, но вот эта дурь какая-то, правда. Ну, нахуяр вот этот вот, я так это называю. Это нахуяр просто звуков вот этого вот. Дурная голова вот от такого пения. И ничего. И не хочется это слушать. Это неприятно слушать. Вот это дерьмо все. Чушь какая-то. Мусор. Как будто я говорю, высыпали ведро мусора тебе в голову вот, после прослушивания вот этого всего. Оканье, аканье. Еще зачем вот, ну как бы вот этот голос сонный, угашенный и это, чего хорошего? Иди выспись, не знаю, протрезвей это, и пой тогда. Все ты на кумарах каких-то вот это вот выдавливаешь из себя. Приди в себя и пой нормально, на красоту пой. Что ты делаешь? Невозможно это слушать.